Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Черный Металл в попытках выжить в игре Арк. Так, что бы мне сейчас вкачать? Блин, вес. Ладно, фиг с ним, давайте вес. Повышаем уровень своими смертями. Смешно? Не очень. Так. Подзорная труба. Стоячий факел. Однополосное здание. Простая кровать. 8 штук надо. Ай, кровать. Какая мне тут нафиг кровать? Он еще и замерзает добавок, да? Молодец. Мерзопакостный ты мой друг. Что ж мы замерзаем-то так, а? Это что такое? А, это грибочек. Ну ладно. Нижебери, волокно. Так, побегаешь, согреешься. А так он залазить не умеет. Да. Ой, я живой остался. Кто меня добьет? С кем воюют они там? Ничего, сейчас мы подхилимся чем-нибудь. Межебери. Да есть можно? Наркобери. Что еще? А камень съесть можем? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чем здесь вообще подкрепляться для начала, кстати говоря? Так, спинозавр злой, буду знать. Ладно, ну хоть вылечились. Давайте попробуем возродиться где-нибудь здесь. Сейчас чувствую, всю карту так прошли. Халю. О, пустынька. Ну, хреново. Ну хоть камешки тут есть, блин. Где мне выжить-то хоть? Так, используйте соответствующий инструмент. Я уже прочел, спасибо. Кактуса солома, сочная мякоть кактуса. Понятно, мне, блин, дерево бы немножко, да? Дерево давай. Солому мне даешь сплошную. Ты мне, блин, дерево дай. Так. Буква В точно. Тут надо как-то запомнить это все. Так, это мы можем уже построить порядок. Так. Ну ладно, попробуем теперь выжить нормально. А, это буду повторять, наверное, до опупения. Кирочку берем. Теперь можно топорик сделать, да? Топорик, топорик, топорик. Жалко, нельзя одну клавишу привязать к другой. А мне нужен... Так... Дерево есть, солома есть. Мне камней не хватает. Фига себе. Камушки. Руки загребущие. А, короче, понятно. Здесь пока он камень найдет, до пенсии умрем. Песок, кремень, камень. Так, ладно. Камушка насобирали. Давайте-ка теперь сделаем топорик. Опять. Да. Чё-то как-то я тут, кажется, с модами перемудрил. А чего вы хотите? Хардкорные моды. Дерево, солома. А чё-то пожрать. И вот мякоть кактуса-то есть можно? А, то есть деревья не бесконечные. Ну, это ж... Это дерево мне не нравится, мешает бегать. Угу. Так, и давайте-ка мякоть кактуса добудем.
Не знаю, правда, на какой пень столько. А, солома? Ну, по идее, на удобрение попробуем поиспользовать. Сочная мякоть кактуса. Ну, хотя бы что-то пожрать будет. Или этим только я пью. Так, что он мне делает? Так. Выдавливая из кактуса, дающая сок, утоляет жажду. Понятно. А что, голод мне утолит? Жажда, да? Ну ладно, с жаждой мы разобрались, предположим. Давайте еще пару кактусов срубим. Местечко, кстати, неплохое такое, смотрю. А вот что, пожать бы найти? Так, это у нас что, не собирается, что ли? Че, используйте только руки. А, как тут руки? Ну, на ноль давай попробуем. Ну, ладно. Так, это консоль вообще. Предположим, используй только руки. А что-то он не хочет руки-то использовать. А как оружие спрятать? На себя. Не очень-то я хочу с ним связываться, вы меня ж простите. А, застрял. Ай, блин. Да, слушай, я с тобой полностью поддерживаю. Эту вот хрень увидишь, точно сделаешь. Застрял, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хрена себе у него дальность атаки. Ну ладно, теперь вопрос, я в живых останусь после яда или нет? А, все, яд прошел. Фу. Ерунда. Блин, я думал, хоть пустынь не побезопаснее будет. Хоть кактуса наберем. Ладно, с водой, значит, в пустыне проблем нет благодаря кактусу. Я очень рад. В кавычках. Ой, топорик сломал, наконец-то. Теперь можно поработать руками. Как тут оружие прятать? Ладно, потом разберусь. Ну то хоть здоровье самовосстанавливается, и то хорошо. Так, что мы тут? Песок. Песок, кремень. Здесь цемент делают с песка. Хотя ладно, потом посмотрим еще. Ну, камней здесь, я вам скажу, довольно-таки мало. Вот кремния я наберу, чувствую, да, пупение. Хотя... А, то есть это так. А вот камешек нашли. Слушайте, мне камень нужен. Нафига мне столько кремния-то? Так, я вот что-то не понял. Что, замерзать начал в пустыне? Да вы издеваетесь, блин. Ага, и он захотел жрать. Так, что у нас тут можно поесть? Так, это когда ягода преимущество на горох. Родный обед. Ну, вкусная. Родной обед, блин. Наркобери. Не то. Расходовый. Так, дополнительно функций. Основной чего? Краски. Ладно, стимбери. Белый краситель, зашибись. Желтый краситель. Можно было не догадываться. А это что, синий краситель? А ну да. Так, ладно. Что это у нас? Каменный топор сломан. Так, использовать. Значит, это у нас дополнительно каждый обед. А, сильно повысить еду. Что мне хоть что-нибудь пожрать бы, а?
может, немного и восстановит. А, слушайте, чуть-чуть устанавливает. Нормально, нормально. Да ё-моё. Всё-таки как оружие убрать? А, ку. И давайте пособираем всякую хреновину. Как ни крути, всё-таки мне жрать надо здесь что-то. Эй, ну, еще жрать. Мало того, что у меня тут скорпион может кое-куда ужалить, так я еще от голода сдохну. Этого мне не хватает. Ой, ё-моё. Руки-то какие загребущие. Так, ладно, что у нас тут еще он тут? Ага. Медленно, конечно, голод у него растет. Мужик, у тебя от этой еды понос не пробьется, а? Так, ладно, повышаем здоровье. Это уже из вопросов. Так, еда, ладно, фиг ты с ним. Вес. Вес, вес, вес. Блин. Вот ты гадость полная. Посмотрите на нее. Подошла и смотрит-то. Ну, спасибо, хоть не ужалил. Че ты пристал-то ко мне, а? Встань от меня, блин, любовник нашелся. Не хозяин я твой. Че, он до сих пор за мной следует, смотрите. Не отстает, гадина. Слушайте, а здесь довольно-таки мало, смотрю, животинки-то есть. Ну, какая-то хреновина ходит. Да ё-моё. Так, волокно Амабери. Ну, желтый краситель есть. Жалко, его жрать нельзя. Ага, вот там и островочек вижу интересный. Так, я надеюсь, это хреновина не кусючая. Я уж не могу понять, что кусючая, что добрая. Ну, по идее, это травоядная фигня. Додошечки. Уровень 24. Так, мясо у меня вроде как будет уже, да? Вы голодны. Да я в курсе, что я голоден. Сейчас, погоди. Ремонтировать. Сейчас мы тут еду себе надыбаем. Рачка 2. Так, сырое мясо, хорошо. Ой-ой-ой, чуть за хрень. Сырое мясо, ну хоть жрать может. Давайте хоть кусочек, что ли. Мужик, знаешь, вот вода у него кончилась. Блин, что издеваетесь, так использовать. 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 Давай ешь. Я бы не сказал, что у него так вода, конечно, повышается обалденно от этого. Надо где-нибудь костер сделать, мне тут островочек интересует. Я тебя понял, понял, вон, поешь, хоть попей, точнее. Прекрасно, теперь мне что, нырнуть куда-нибудь в еду? Или кому-нибудь желудок, блин, попасть, чтобы еду себе делать? Да я понял тебя, понял. Такс. Здесь вроде тихо, спокойно пока что. Блин, звездец какой-то. Да давай, ешь ты хоть это. Как же медленно повышает. Так. Костер мне нужен, да? Так, ну по идее нужен костер. Оружие, мебель.
Готовка. Давайте костер хоть поставим. Попробуем пожрать, приготовить. Ты звездец какой-то. Ладно, дудошек нашли, хотя бы... Сейчас я тебя, блин, покормлю, ты достал меня уже. Костер родит? Да-да-да-да-да-да, я понял. Так, давайте-ка пожарим мы мясо. Так, здоровье, хранилище. А, как жарить? Да, еще пойми, как тут что делать. Ну, костер. Давай готовься. Ну ладно, хранилище. Так, по алфавиту. Введи имя папки, господи помилуй. И чё, дерево что ли закинуть или солому? А, понял. Ну ладно. Пусть готовится тогда. Так, удержите для дополнительных опций. Ага, посмотрите инвентарь, разрушить, потушить огонь. Ай, блин. Ты мясо мне, блин, пожаришь или нет? Ну, я, конечно, могу предположить, что я что-то не так делаю. Ну ладно, давайте тогда еще один кусок сырого мяса съедим для полного счастья. Так, сортировка предметов, инвентарь, потушить огонь, вес, хранилище. Может, просто надо положить да подождать? Ладно, пойдем еще одну дудушку нахлопнем. Вроде как бы спокойное такое местечко. Так, что это за фигня? Кусается или нет? Ты кусаешься? Нет. Ну и хрен с ней. Ты ж ты, хрень живучая. Мясо давай. Так, ладно, сырое мясо. Ладно, я лучше с этим динозавриком тут поживу подольше. А, да, значит надо просто положить, я понял. Ладно, тогда вот так вот ложим и пока это хоть перекусим. Ну, теперь хоть да, это восстанавливается еда нормально по-человечески. Да. И на он там бзнул. Так. А, кровать. Так. Мне вообще вот то место интересует, если честно. Костер. Ага, он так, значит, по одному кусочку готовит. Давайте уж по полной наедимся. Ну, вот так вот хватит. Давайте-ка горцанем вон туда и вот. Ракушка, здравствуй. Так, акула. Вообще не знаю, что это такое. Так, лады. Давайте-ка все-таки туда сплаваем. Мне нужен какой-нибудь, блин, безопасный берег. Безопасный бережок.
если не считать того, что эта карта сплошные острова, то да, безопасный берег здесь, конечно, может и не быть. Плавание бы ему желательно бы увеличить. Мне так кажется. Так, лады, вышли на берег. Давайте заценим, что как тут. Слушайте, а спокойно здесь? Никого нету. Никто меня не трогает. А там что-то за хрень ходит. И какая-то плещется, да? Ну, слушайте, чисто теоретически можно и здесь расположиться, я думаю. Я бы хоть какое-то место побезопаснее. Так, волокно, наркобери, стимбери, зубери. Ну ладно. Это что у нас? Зубери, меркобери, волокно. А, это вообще срубить будет желательно. Нафиг оно мне нужно. Лады. Камушки подобывать. Ну, слушайте. Ну, такое, более-менее, смотрю, нормальное местечко нашел. Сдохнув энное количество раз, мы нашли нормальное место для жилья. Да. Еще запрыгнуть не может. И бассейн для купания с акулами, дорогие друзья. Ну а как же без этого-то, а? Ой, блин. Так, ладно. Мне для начала что надо хоть? Тут гадость зарубить, а то мне будут кусать по одному месту. А, так это не кусючая, да? Правильно, правильно. Беги, там как раз акула тебя ждет. К тому же, блин, не одна. Если я правильно понял. Нет, тут живность есть, что и мало. Ночь наступает, она на дворе. Так, ладно, давайте сгоняем за костром. Здесь я смотрю первоначальные ресурсы, которые нужны. Вида еда, вода есть. Акула там подальше немножечко. Ой, глазки светятся. Альфа, что ли? Так, испорчено. Сочная мякоть кактуса. Да фиолетово мне на это. Сейчас главное, чтобы не окута что-то. Не отгрызла. Да чтоб тебя. Эх, какое ж такое хорошее местечко нашел. Ладно, возрождаемся. Так, ладно. Бам-бам-бам-бам-бам. Карту дайте мне, блин. Ми. Ну что, мими? Мими, дальше-то. Чегосик. Где я вообще нафиг оказался? Ни хрена себе. Как мне, блин, спуститься? Водичка есть? Ой, блин, мне это не нравится. Эй! Тарарам, парарарарарарам. Да нифига не прокатит, мужик. Я сейчас убегу. Нет, не убежал. Так. А стопа, я здесь возрождался или вообще там? Стопы. Где я возрождался тут? Смотрите, сколько я уже карт открыл. Сейчас мы, дорогие друзья, откроем всю карту. Тупо возрождаюсь то тут, то там, то сям. Так, а ну-ка давайте здесь возродимся. Может, поближе к тому первому месту, которое я тут нашел красивенькое. И чего тут у меня? А, что ты встрял? Ой, не там, кажется, я возродился. Так, а я по карте могу переродиться? А в опциях?
Вот это зараза. Кажется, я застрял в текстурах. Бывает такое. А давай ты упрыгивай. Так, а как суицид совершить? Ладно, посмотрим по настройкам. Нас убивали, мы сами разбивались. Теперь давайте сами умрем. Так, настройки суицида. Нифига непонятно. Так, В. Создание. Прекрасно. Да, походу дела я просто тупо застрял. Надо перезаходить. Я-то не люблю все. Так, ладно, здоровье давайте качнем. На еще один. Посмотрим, что тут у нас еще можно прокачать. 35 очков энграмм, это уже хорошо. Так. Small... Чё? Small package. А толку-то мне от этого? Вот наркотик. Шприц для извлечения крови. Ну, предположим. Не-не-не-не-не. Шкаф. Ну ладно, шатер, я понял. Компас, компас, компас пригодится. Ice Cooking Pot, конечно, пригодится. Девяточка в пофигу. Тренировочный, блин, манекен. Так, седло для паразверия. Маленькая грядка. Очков не хватает. Каменная стрела. Это что еще такое? Для создания требуется лимон, вяленое мясо, иглы какие-то. А, это для приручения животных, я вспомнил. Так, бумеранг. Деревянная дубина. О, вспомним Seven Days. Пренепременно возьмем. Сейчас дубинку сделаем, дорогие друзья, но только, скорее всего, в следующей серии, потому что надо сейчас с игры выходить полностью. Я сейчас попробуем вот так вот выйти. Выход в главное меню. Давай. Посмотрим, сколько это времени займет. Просто игра грузится довольно-таки долго. Ну, она и весит довольно-таки нифига. Помните, когда вы вступаете в племя, все ваши строения и существа переходят во владение племени. Один за всех и все за одного. Ой, как прекрасно-то. Просто слов нету. Так. Пост локально. Ну, по идее, работает. Ну ладно, посмотрим, сколько она будет запускаться. Чё-то мне интересно стало. Ну, кому интересно, какие у меня настройки. Я их не показывал, слишком долго грузилась она у меня первый раз. Сейчас, смотри, выходит быстрее, может и загрузится быстрее. Так что как-то непонятно. Так. Ну, я надеюсь, как бы все запустилось так, как надо. Что я перезапускаю это ее всего лишь третий раз, считайте. Ну да, грузится она довольно-таки долго. Ну, сейчас будут минут 5-10 грузиться. Ладненько, дорогие друзья. Буду, пожалуй, на этом заканчивать эту серию. Грузиться она сейчас будет до охренения сколько. Ну что ж, увидимся, как говорится, в следующей серии. На это, ну, немножко покороче получилось. Хотел я подлиннее сделать, получилось покороче. Ну, вот так, что ж. Комментируйте, подписывайтесь. Посмотрим, что дальше будет с этими, блин, модами. Всем удачи, всем пока.